надо тебя добавить. Привет. Привет. Скажи что-нибудь на украинском. Ну, давай. Чисто украинский мови? А ты хочешь со мной поразмовляти на чисто украинский мови? Ангел, ты кто? Я? Боже, грех меня не знать, уже, ребята. Пожалуйста, передай привет Вике. Вика, привет. Красивая, сколько лет? Грех меня не знать, говорю. А где Ангелина? А за ней только что Rolls-Royce приехал, а и самолет частный, и она, короче, улетела на гастроль. Телефон забыла. Покажи Ангелину, передай мне. Привет, короче. Какая Камила? Привет, Карина. Покажи Ангелину. Привет. Передай Снежана привет. Передай привет Оле. Да привет. Всем привет. А что ты за бред вообще? Катя ведь? Я Настя. Ты чё, Катя? Я тоже Настя. Покажи Тимура. Он не Тимур, он Рома. Я заскучал. Я Даня. Рома. Я Галя. Дура, пока. Галенка. Лера, моя мама. Как первые дни учебы? Моя мама. Очень интересно. А папа? Богдан. Спой. Красиво. Спой. Да. Она не умеет петь. Я не умею петь. Улыбнись на скрин. Но вокалист не умеет. О боже, меня скринет. Соцсетях. Когда у Ангелины кто? Видом. Что там спеть? Не спеть? А что вы хотите? Она не умеет петь. Но вокалист нам упеть. Ты умеешь, я в Инстаграме да. Видел. А вы на меня в Инстаграме я подписаны, Ваня, да? Ваня, ну как бы да. О, я Ваня вчера доказывала, короче, спрашивает. Ребята, кто-то был у Фаниата? Была у Фаниата? Тремай. Нет. Это типа... Вы знаете, что это такое? Знаете, просто... Дай номер, дай номер, дай номер. Что такое финята? Так сильно и нежно. Она тебе всего лишь... Бывай мне видать. Связки и все. А так не переживай. Короче, повел. 1.72 м. 1.72 м. 1.75 м. Это ты загнала, подруга. Где Ангелина? Где Ангелина? Ангелину забрал крокодил. Ангелину, да не покажу я. Она вышла. Вот моя Ангелинка. Привет. Спорим, патимейкер. Эй, патимейкер. Шики-шейкер. Шики. Пшик-пшик. Ангелина лучше. Ангелина. Где она? Ангелина. Ангелина только что была. А какой рост у Ангелины? 1.46 м. Взаимно. Приветик. Рома, Рома, Роман. Сочиняю роман. Рома, Рома. Хотя бы Петро. Петя, Петюнчик. Петечка. На судьба или что? Я не смысл не бачу. Да подожди. Ты милый. Ты милый. Он подписан Рома Рожанский. Боже. Боже. Пока выходите, Ангелина вышла. Ангелина уехала. Рома. Нам оставила телефон. Рома, Рома, ты парень Насти? Нет. Я парень Василины. Покажи письку.
Да. Так это прочитала. Подуй на меня. Все. Люблю эту песню. Первый раз я слышу. Ты не поешь. У нас пара. У нас пара? Через 10 минут. Через 10 минут. Блин, хочу на сольфеджио. Да. Что? Кошмар. Что нам врёшь? Не, я реально хочу. Я уже давно не был. А Ангелина, покажись. Какая Ангелина? Ангелина уехала. Она оставила нам свой телефон. Таня, 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 привет. Таня, привет. Таня, пожалуйста, плиз, передай привет Тане. Привет, Таня, привет. Маргаритов. Какая Таня? Какая Таня? Какая? Кто это спрашивает? Куда ты поступила? Галя. Ага, конечно, сейчас прям таки сказала. Дай номер, дай номер, дай номер. Привет, Диана. Ангелины нет. Алина, привет. Тут только Галина сидит. Любите печеньки? Да, меня называют Настюха и Печенюха. И серьезно, меня мой дядя так называет. Фу, вы хохлы, а ты кто? Да. Я не знаю, Настюха, Писюха, Настюха, Пердуха, Настюха, Старуха, Настюха, Печенюха, это его самая любимая. Блин, а сколько? Вау! Тебе столько можно этих придумать. Ты россиянка? Ну, я тебя поздравляю, Зелин. Что? Поцелуйтесь. Так, привет. Ксюша и Алина, привет. Ангелина, тебе привет. Беспалевная. Передай привет. Лера, привет. Капец, это да. Ты что, тупая? Это не та, но только сюда. Боже, это ж сколько надо писать? Показать Ангелину. Вот она. Что? Чё? Что за фигня? Типа на культурологии? Да. А она не села тут, потому что я сказала, сядьте мне, пожалуйста, потому что Полина уехала за мной. Дай номер Ангелины. 063-462. 0272. Итак, ребят, не, реально, записывайте. 063-469-62-11. И у нее есть еще один номер. 067-385-33-66. Вот, да. И 063-469-62-11. И 067-385-33-64. Запомнили, да? Да я знаю. Я тебя сейчас бахну. Ого. Опасно. Бесплатная водичка. Я два стакана. Сейчас выходим, я тебе счет даю. Руб 50. А ты берешь его, съедаешь, и мы идем на пару. О, у нас пара. А сколько? 40 минут. Добавляйтесь ко мне в ВК. Я вас добавлю, честно. Настя. Настя Сухарская.
Даниил Дрог. Рома. Сахар взяли? Сахар набери, пожалуйста. Вот столько хватит, да. Да больше можешь брать. Настя. Опа. Пошли быстро. Все думают, что ты теперь Катя. Она не Катя. Нет. Ко мне уже добавилась Диана Байдюк. Молодцы, да, я Настя Сухарь, тоже больше знаю. А я Даниил Дрог. Добавляйтесь. Добавляйтесь. Добавляйтесь, мы вас добавим. Мы вас очень любим. Мы вас любим. Мы вам споем. Ух ты ж, блин, тут... Настя Сухарская? Да. Господи, может, вы уже пропустите, дебилы? Упс, 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 отходим. Господи. Смарт едет. Привет. Я это говорила. Где ты? Привет, Настя. Пошли, у тебя нет машин. Сейчас это проезжает, и мы идем. Ну ладно, пошли. Василий. Как всегда, свой возраст. Так, все, бабоньки и дедоньки, у нас, короче, пара. До встречи, пока. Знаете, что у меня есть? Вот вам на прощание Ангелиночка, Данечка и Настя.